Пускай будет Ладно. так. Так, еще десяточку. Это не искра. Почему события так долго будут? А гарант сколько? До конца этого с баннера. Патча, наверное. До конца баннера. Да-да-да. Просто уже. О, нет, мне выпал Сампа. О, лучший мужчина. Ждем Сампа с маской. Новую версию пятизвездочного Сампа. Со смазкой. Искра, кажется. Я не заметил точно. Кажется, эта искра подлетела. На 30-й кругке? Нет, не искра. Окей. Зажигание. 30-я кругка. Ага. Мне выпала Сигна Сушан. Так, теперь вопрос. Кого же? О, мне опять выпала сестра робо-жены. Уже две сестры робо-жены. Она у меня так скоро С6 станет. Кого кинуть в десятку? Не в генерала, генерал устарел. Я знаю. Сороковая. А минусы будут. Вроде бы просто фиолк летит. Генерал слишком стар. Да, фиолк. Я говорил, что у тебя там много откручено Гавайи. Я тоже думал, что у меня там много откручено, видать, немного. О, выбор Ландау, наконец-то. У меня их так мало, а мне надо и на Фусюань, и на Гопника. Да, блядь, это тоже, кажется, не Лего летит. Не, нихуя нет. Да, это не Лего. Искра, не скань, ПЖ. В смысле не с камер. Так, она у меня точно скоро. Ну, типа, скоро будет давать кэшбэк. Да. О. О! Летит! Наконец-то! О, вот это точно, вот это точно. Это какая была? Я хз. 60-е, 70-е, 60-е. Бедная пом-пом. 67-е. 67-е. 69-е. Нихуя себе. Ну уже как бы. Ура! Искра. О, женщина. О, женщина. Как неожиданно. Так. Женщины. Это была 60-я. Да, ну, около 60. Того, короче. Давайте еще 60. Давай, все сливай. Нахуй мне это сильно нужно. Так я говорю, я консты хочу. Сейчас как 50-50 проиграешь на Байлу. Заебись. Так Байлу заебись, ты че? Я буду рад, если проиграю Байлу. Хорошая девочка. Мне выпала Гуйнай Фэнь этот Сигна. Ого. А, нет, стой, подожди. Это тоже Сигна Сушан же. Там, где Гуйнай Фэнь стоит, это стрим ведет. Это же тоже на Сушан. Чем называешься? Так. Ну что там. Можно, конечно, не заметить совсем чуть-чуть, но там немножко как бы... Да-да. Малышка Гуи придавлена чем-то. Мне кажется, загадочек, который будет тянуть дальше, это... О боже мой, опять Сампа. Нахуй он мне нужен. Лучший мужчина. Девочку уже получил, женщина. Мне бы Сампа засишись. Надо бы мужчин собрать. У меня, да, сейчас сестра робожен. О, еще Лего летит. Это 50-е примерно, да, вроде бы. Посмотрим, кто там. Ну-ка, давайте, женщина, которая женщина. Сейчас, прикинь, Вельт прилетит. Искорка. Искорка, да? Искра. Да. Давай сейчас, короче, будет гармония, но это будет броня. Броня вообще будет заебись. Искорка, у меня Пинки Пай. У меня Пинки Пай.
Еее, искра! Ебой! Это все выглажу, Пинки Пай. Что я хотел? Он бы еще Лего прилетел. Да, да. О, ну почти Лего. Так, теперь посмотрим. Вот как C2 Сяо. Да, кстати. А что у нас? Подожди, у меня же больше крутых C2 Сяо было. Вот это так, вот этот пчел, да, который мне нахер по сути не нужен, уже C6. Ну, мужчину не надо, там это, на прекрасного мужчину наезжать. Вот за эту я тоже не играю, она тоже C6. Ух ты. Кто в C6 кого-то не играет? Как Андрей сказал, да. Кэшбэк. Ну, кэшбэк, да. Кэшбэк это, не дошли до кэшбэка. Тебя... Но она, по-моему, урон бафает, да, ведь? Сильно. Ханья. Что-то такое есть. Я знаю, что она восстанавливает энергию. Длительность статуса шифр, накладывающий сверхспособностью, увеличивается на один ход. Сила атаки союзников со статусом шифр увеличивается на 40%. Нихуя себе. А чё вторая конста дает? Каждый уровень складывания таланта персонажа позволяет союзникам игнорировать 8% защиты цели при нанесении... Так, мне нужна вторая конста. Я буду гринить вторую конста. Я первую прослушал, ну нахуй. Чё, а у тебя кэшбэка нету никакого? Подождите, да? Нет. Ждём. Так, искра. Сейчас я зачитаю еще раз первую консту. Хотя ладно, забей хуй, я сейчас просто по-другому. Короче, она шифр накладывает ультой, и союзники получают 40% силы атаки от этого шифра. Угу. Теперь качаем. Качаем. А, кстати... Ты еще в сообщение не заходил? Нет еще. Приятный. Когда у нас магазин обновится? Когда-нибудь обновится. Скоро, по-моему, несколько дней осталось. Завтра тоже. На месяц с бездной. О, бездна тоже обновится. Да. Вау. Окей, пансушот ждем. Ну, такой как бы пансушот. А не тоже не надо, с другой стороны просто уже. А стандартный будешь сливать? Да. Я стандартный почему ждал, потому что у меня как бы вот персонаж, и сейчас вот я уже докачал до нужного момента, когда у меня все эти, да-да, я уже посмотрел на панцушоты в этом, в сливах. Так, мне вот это надо скрафтить. Блин, у него что, реально панцы, у него не шорты? Вы чё, нихуё, вы чё делаете? Да нормально. Мы одобряем. Нет, мы-то одобряем. Я не спорю. Нет, мне не хватило книжек опыта. А теперь можешь зайти как раз в сообщение, увидеть очень приятную вещь. И пойти гриндить. Пойти гриндить, да. Вот чего я ждал со стандартными крутками, на самом деле. Так, теперь следы. Наследили тут. Так, ужас. Мне нужно, значит, в первую очередь... А где ульта? Кто из них ульта? Ой, талант, я... навык, вон, допспособность, вон, базовая атака, сверхспособность. Ну, как я и сказала, фунта. Пиздец, мне, блядь, нужно их будет. Так, давайте тогда сначала все прокачаю, что за мелкую эту валюту. Нихуя. Да. Мне тоже понравилось. Так. Нет, нравится эти сухие либо экранчики. Вот такие так, все, теперь вот эти вот мне нужны. 327 могу скрафтить. Нихуя себе. И продолжаем качать. Так,
У нее что, свастика? И мне кажется. Че кажется? Где? Ну, эти вот эти вот ее следы. Цветочек на плече. Похоже на свастику. Ой, ой. Ясно, свастоны где-то там увидели. Свастоны. Ах ты шалун, блядь. Расскажите шутку, шутка не дошла. Не доехал. Я говорю, осуждаем в смысле. Поняли, Андрей, ты поддерживаешь, все понятно. Такие корни в тебе, ай-яй-яй. А хули мне не хватило этих хуень? А чё вообще? Да вообще пиздец. Я не понимаю, что плохого свастики. Просто знак солнца. Да. Вы еще скажите, что радуга это плохо, потому что это с ЛГБТ связано. А схуя ли мне не хватило этой хуйни? Какой? Да, ты рожь, конечно. Я смотрел, мне ее вроде должно было хватать. Ну. Ну вот так вот и доверяй потом. Я не могу читать после вот этого предложения второй никак. Восстановили 4 очка навыков отряда. Короче, да, ее нужно будет этот восстанову собрать. Так. Ура, крутки. Еще 5. Подождите, подождите, еще 5. Так. А что, он у нас он тоже обновился, да? Нихуя себе. Подожди, а кстати, да, магазин. Андрей, когда там магазин обновится? Блять, походу через 3 дня. А, нет, через 15 часов. Да, завтра. Ну, короче, у меня есть еще 12 круток в искру, и я их сделаю. Копить на чью-то сигну? Да нахуй оно мне нужно. Эх, блять, мне показалось, лего летит. Тут вопрос на всех союзников, на себя она накладывает шифр? Да. То есть это плюс еще один. Да, то, потому что не написано, что кроме себя. Да, окей, тогда 4 на 9. Ооо, к этому не 36. Плюс 40 с консты. Плюс 36 к вот этому будет значить. 15, которые она по базе сюда дают. Так, 36 плюс 15, это сколько будет? 51. 91% силы атаки она дает тиммейтам. Нет. Если на консте именно сила атаки, то она дает 51% урона. А тут еще 40 атаки. 40 атаки. Заебись. Посмотрим, кто мне выпал на этот раз из 4 звездочных. Да, прекрасный мужчина. Нет. Да. Выпал другой. Прекрасный мальчик. Рейзер. У тебя броня насколько прокачана? Не совсем, но прокачано. Мне просто интересно цифры сравнить. А, сейчас. По-моему, не докачана она у меня в этом плане. Окей. Да, ничего больше не выпало. Так. Броня, да, значит. Ну, в принципе, по сути, сигна говорит, что... Ну, ты ультуешь, и автоматом у тебя сигна срабатывает. По новой вот этот вот эффект с... крит шансом и крит уроном. Угу. Так, нет, а, ну да, у меня броня 80-го. Ешка 10-ка, 66%. Повышает на 66% урон. Ага, значит, мне ульта интересно, сколько у него там процента на крит. Ну, критов она сильно меньше, но на силу... больше выливает за счет своих этих. Ты знаешь, тут интересно, 16% от крит урона брони плюс 20. Ну, а у искорки 21 от своего крита плюс 40 на 8. Она у меня таланта. Специально для этого собрана в крит урон 174. Вот у нее, а у искорки вот 21 и 40% на 8 уровне скилла. Ну, тут еще да. Интересный вопрос у нее, что здесь качается? Навык тоже было бы полезно.
Короче, имба, а не перс. Я понял. Неприятные вот эти побочные следы, слишком много ненужных статов в виде хп. На самом деле нужно. Знаешь Сопротивление. почему? Потому что иначе персонаж будет отлетать. Я уже говорил, как у меня ваншотят персонажей в бездне. Так, ты говорил, что-то там в этом, да? В сообщениях есть. Ага. Нихуя, 10 штук! Вот я об этом говорил. Охуеть, блядь. Очень-очень вкусно. Ну все, сейчас искру докачаю, значит. 24. Хотя ладно, у него 24 крит урона чисто в вот этих трех следах. Так, отряд этот же пока что. И вот кого мне, у меня 24. искорка, интересно, заменит в отряде? Фусюань нельзя, она слишком много урона сжирает на себя. Рысь нельзя, она хилит всех очень дохуя. Волка нельзя, дебафер хороший. Получается, искорка будет в четвертом слоте вместо Сюэй. Вместо дамагера. Ну, у тебя она будет очень жестко раскачивать как раз-таки вот эту вот девочку. Ну, а ты же понимаешь, что я тебе вот, вот она сюда встанет просто и все. Ты понимаешь, что будет дамагером здесь? Ты сюда будет дамагером. Ее здесь нету. А, подожди. Ну, скажем так, рысь тебе нужна, вообще нужна? Да. Потому что мне обычно кто-то, хотя да, окей, на высоких уровнях виртуалки, в этом, кстати, в Рое нахер не надо, там и так ты можешь прокачать себе дамаг довольно жестко, но в этом сам, который... Золотые шестерни, да, вот шестерняк, это не да. Цинцу, это рысь и фусюань там 100% да. нужна, потому что иначе они отлетят. Шестерняк согласен, но типа в остальных вообще всех любых других ситуациях. Чел, вообще знаешь, как проходил эту херню? Байлу, рысь, гепард, март. Объективно я здесь не вижу супер лучших персонажей. То есть они все неплохие, но это не S-тир. Как, например, Фусюань, Лоча, Хо-Хо, так, Силу, Байлу Силу, я тебя попрошу, Байлу Хо-Хо, пиздата. Хо-Хо, даже Хо-Хо перебивает Байлу. Байлу пиздата. Хо-Хо перебивает. Байлу ты можешь получить бесплатно, не крутя нихуя практически, кроме стандартного баннера. Да, а вот Лоча... Можешь не получить, как я. Алоча и Хо-Хо это чисто как бы из ивентовых баннеров. Хуй знает, когда еще у них реран будет. Ну, Лочи, скорее всего, скоро, учитывая, что всех большую часть других персонажей уже приранили. То есть Лочи будет скоро, возможно, в следующем патче. Вы там что, уснули? Да спят они. Нет. Звучит неубедительно. Это нет, звучало когда. А у нее масочка прям, да, сейчас? Нет, она просто типа это показала, типа надела. Ну давайте посмотрим. Тут говно будет, понятно. Она собрана, скорее всего, херово. Я даже не смотрел, что у нее там по статам. Тиньюнь. До скольки мы сегодня не спали? Где крит? А, ну хотя 202 крит. Мать. Тут... Она 40% от своего крит урона дает. Она 21 от своего и 40 сверху. А. Мать. Справедливости ради, броня навыком просто продвигает на 100%, а это только на 50. Мать спит, видать. А, ну да, на нее это тоже работает. Логично, хорошо. Да, сила атаки. А, это, наверное, с техники, да? Нет?
статус запутанности устанавливает 3 очка. Запутывание у нас тут что? Запутывание дает то, что тебя противники не видят. Она инвизная, бегает. Мне единственное, чем Ахерон понравилось, это то, что она в мире может мобов фаншотать прямо из этого, не входя в бой. Это единственное, за что я хочу выбить Ахерон. А, это... Это клёво, да, Ахерон. Мелких мобов хуесосить. Потому что так заебало против них драться. Есть Фуся. А если мне нужно с них эти? Вот, например, вот сейчас вот качать мне нужно. Награды-то даются же. Ну да, согласен. Чего она получила вот эту фигню? Скорее всего, чья? А ну-ка, с конус. Конусы. Не с нее, не с нее. Да, вот этот вот. Нет, она... Она с него получила маску вот эту. Ноктюрн откуда? Так. Что я... 45 атаки, да? Ты Яшку этой не использовал. Я еще ничего не использовал. Так. Ах, чем здесь... А, ста точно, я же не смотрел эти дополнительные следы. Может где-то там что-то у нее есть. Да, короче, посмотри у других. У Тиньюня, возможно. Не, может, вот эти дополнительные эти не смотрел, возможно, где-то там пишется. Вот. Да, на таланте. Квантового типа, сила атаки союзников квантового типа повышается, заебись. То есть она для моно-кванта. То есть это сигнатурный персонаж под четырехзвездочную Цинцуи. Пока что именно так. С другой стороны, Цинцу это у меня пока что персонаж, который нанес больше всех урона. Ну, типа плюс-минус Сюэй тоже она будет раскачивать, потому что все ее обмазы будут работать на ее бонус. Ну да. Короче, имба. Да. Вот это прям что-то жесткий оверкап после брони. У нас второй перс гармонии или третий? Да, это третий, Жванька еще ведь гармонии, да? Эту посмотри, как ее. Я имею в виду вторую лису. Я имею в виду пятизвездочный. А, пятизвездочный. Тогда, да, наверное. Третий, получается третий. Если не, ну... Жванька, она, да, полезный, клевый персонаж, сильный, но она не конкурировала с броней, потому что у нее совсем другая суть. То тут просто то такой, тут броня... Подвинься. Да. Освободи-кась ко мне место в пачках. Эту, посмотри вторую лису. Сейчас не могу. Доигрывай и посмотри. О, я могу еще раз пройти босса. Обои. Я такая. Да-да-да. Блять, это ж теперь как в это в виртуалке играть. Через распространение будет пиздато с ней. Я такая. Hello. Ага. Ну да, она продвинулась сразу сюда. Ну так она у тебя была недалеко от этого. Да, ну потому что тут двойной эффект сработал. Во-первых, ее ешка, которая увеличила, которая на 50 продвигает. Во-вторых, у нее сет на скорость, который второй половинкой на, после прожатия ульты на 12% повышает скорость 7. То есть тоже продвинул. Ну, плюс тут как бы вот эти пробиты, это там медленно, понятно. Его как-то. Да, второй атаки еще не было. Ну тут не будет. Тут у нее же нет эталонов, по идее. И? У нее без эйдолонов, по-моему, есть шанс нанести вторую атаку. Ну, это на эйдолоне каком-то открывается. У нее, кажется, крит не сработал по основной цели. Ну, тогда похуй. Кстати. Не посмотрел деталь у нее. А, на один ход. То есть сейчас оно спало, по идее. Надо, чтобы опять раскастоваться, надо... А, ну, нормально, ротация есть. Ротация окей.
Чего ничего, чего ничего. И такой типа бафнуть цинцур? Нет. Чтобы разбафаться. Мы это уже проходили. Да-да. У них, кстати, перестали заменяться на рыбки. Я не знаю, когда. Но раньше у нее заменялись рыбками все. Даже если полностью собранные. А теперь перестали. В смысле не продвигаются? И рандом на нашей стороне. Бля, это сколько она у меня сейчас будет наносить урона? При том, что у тебя еще все релики какого-то говна. Не, я, кстати, релики с Зеля переставил, она еще больше дамажить начала. Понятно. Она у меня уже по 40 туда дамажила. Ой, генерал, ну, твой геймплей мы знаем. Да. Жаль, тут нет брони. Хотя ладно, окей, Аста может что-то помочь. Усилься. Утекаемость. А, я уже один остался в этом. Окей, я тогда выхожу из телеги. Нет, просто выйду из чата. Нет, я не люблю, когда у меня рысь станет, и она не может ходить. Потому что тогда она не может прожать ульту, чтобы освободить всех остальных от заключения. Это плохо. А, ну да. Этим хороша. Ей не надо ни черта прожить. Ей просто надо прожать Ешку, потом у нее из-за того, что как бы это... Она не на всех накладывает регенерацию, она использует свой навык, который имеет два хода использования, который работает, что типа она хилит союзник, когда тот начинает ход, а у нее, короче, есть навык, что типа когда она хилит, она снимает дебаф. Короче, можно просто копить крутки и где-нибудь к концу игры выбить просто имбу имбовую и все. Хотя ладно, в принципе, тебе можно пробивать его. Я разрешаю. Ой, насмешку он на себя вызвал. Были бы еще другие противники для того, чтобы как бы было кого защищать. Ну, даже если бы были генерал, их бы все равно порезал. Да. Бонус-атака и этот. Бонус-атака. И Ешка по всем. И Ешка, и ульта, и все. Где мой Сишиса? Они так часто связывают персонажей, блядь, пиздец. Я впервые только заметил это. Кто они? Эти хуйни. А, эти жуки, да, ебаные. Мне, в принципе, похер. У меня там Фусюань, которая снимает, не дает один раз наложить. У меня там рысь, которая снимает. Ну, не... Я могу пройти, просто забив нахуй на то, что его надо пробивать.
с помощью хо-хо и фуськи. А у меня там... Чё, у меня там... Роба-жена, которая, в принципе, любую уязвимость пробивает. Кстати, интересно, сампу тут собран в пробитие. Хуёво собран в пробитие. Дайте угадаю, она и то больше пробить. Ну, конечно. Мой самп пробитие. Мне вот интересно. Белобок, хуеву тучу лет. Был закрыт, и на него никто не мог прилететь, улететь. Да. Откуда там сампа? Откуда там сампа, блядь? Какого хуя? Он шутник. Потому что если это не расскажут, то как бы сюжет говно, блядь. Ебать, уже на 2 гига почти на записывал видео. Можно вот эту хуйню как-то скрыть? Нельзя. Так. А, ну это событие, презентация талантов. Я потом пройду, наверное. А, стоп, я не все забрал. Так. А где искорка? А вот она. Так. В первую очередь ульту докачаем. Ульта десяточка. Затем навык или талант? Наверное, талант. А, у меня, в принципе, должно хватить и на то, и на то. Зря я, наверное, все перекрафтил, ну да похер. А, нет, у меня там впритык было. Ну, не впритык, но да, почти примерно. Да, сука, еще одной не хватило, ты прикинь. Мне на этого ебучего жука еще один раз идти из-за этого. Пиздец. Я не знаю, как ты просчитался. Как ты просчитался? Ну, типа, у меня два варианта. Либо ты... Ну, скорее всего, ты не просчитал то, что эти штучки тоже требуют. Нет, я вообще по калькулятору собирал. У меня было больше, чем нужно. Мне, по крайней мере, калькулятор сказал, что типа, ну все, у тебя собрано. Я такой, окей. Перс слишком мощный, понимаешь? Это, подожди, это тестовый забег для Цинцуя? Да. Хуя себе. Что здесь делает Март и ГГ? Существует. Я бы ей поставил обоих лис. Ну, одна из лис не без... Ну, типа, навряд ли одну бы из лис поставили, которая... Викун? Да. Почему? Она крит урон бафает. Нет, я про то, потому что она не стандартный персонаж. Альтернативно одаренный. Если в этом плане, то да. Так что скорее бы Асту, допустим, можно было поставить. Она тоже силу атаки может раздать свою нишу. О, и Ханя. Я не помню, что она делает, но, по-моему, она...
это увеличивает сильно входящий урон противника. Она, по-моему, то ли силу... По-моему, она силу атаки повышает. Ешку ну-ка посмотрим. Ну это... Нет, на Ешке у нее только то, что она восстанавливает эти... очки. Силу атаки. Силу атаки, скорость. Да. И урон по тем. Да, урон по противнику увеличивает. Это тоже так. А, она еще и физушница. Да. Заебись. Ну да, в принципе, цепи вполне материальны. Кто-то будет спорить. Что у ГГ с носом с такого ракурса? Не знаю, я не успел заметить. Сейчас ГГ будет? В Ешку теперь перейди. А, да, вот, видишь? Что? Что это такое? Что не так? Типа, вот эта херня, зачем? Просто бы, вот как вот изначально вот идет, вот еще раз переключись. Я понял, да. Вот, ладно, окей, опять черту сразу нарисовал. Вот, заебись. Зачем со временем рисуется вот эта линия? Я, кстати, даже понял, почему, потому что камера в ту сторону начинает идти, типа тут заходит нос. Я понимаю, но, блядь, это смотрится как-то, как будто у него нос там километров 5. У него такое есть. Его сует куда не надо, постоянно. По мусоркам. Да. Специально для мусорок отрастил. Чтобы учуять запах мусорки на расстоянии и найти ее. Пиздец у тебя заданий. Я тоже забил и не прохожу. Хотя каким-то по-хорошему надо. Надо бы по-хорошему. Да-да. Надо бы. Надо бы. Надо бы. Надо бы. Да, было бы неплохо. Получается, сколько у тебя там гемов? Да. Я еще вот тут вот гемов сколько в сундуках. Не, ну я сундуки гриндил, мне потому что нужно было смолы побольше. Смолы. Теперь ждем Э2 искорку. Ждем Э2 херу. Кстати, блин, было бы неплохо. Мне, по-моему, на втором как раз Эдолоне она говорит, что ну ладно, мне надо не два персонажа не быть, я один сойдет добавок. Она сама считается? Блять. В том-то и проблема. Не, ну подожди, если не быть я, то этого волка к ней. Сейчас я же показывал. Подразумевается, пока вот такой отрез. Да, то есть два персонажа не бытия. Тут другая электродевочка. Я понял. А не бытие что делает? Дебафер это, да? Ну, типа. Типа, да. Дот это тоже дебаф. Да. Да, да, да. Да, да. По факту игрой так считается. Типа, что-то просит наложить дебаф. В принципе, дот считается. Урон увеличивается, увеличивается.
подходящему противнику. Я не хочу. Что? Ничего не хочу. Хотя, блин, у меня теперь куча с малым майкам. Я, наверное, тогда вообще сейчас здесь запись завершу. И через тебя войду. Я не про это имел в виду. Искра — это...